Состоялось очередное координационное совещание при главе Чувашии по обеспечению правопорядка. На повестке дня злободневные темы. Борьба с нелегальным оборотом алкоголя, незаконной миграцией и трудовой деятельностью иностранных граждан в республике. К сожалению, не все зарубежные гости приезжают в республику с благими намерениями. Они совершают десятки преступлений, число которых практически не сокращается. Но безнаказанными нарушения закона не остаются. Приезжие иностранные граждане, как правило, это украинцы, которые въезжали на один, на два, на неделю, по-последующему уезжали после совершения преступлений. Если говорить об общеуголовных преступлениях, то здесь мы имеем весь комплекс преступлений, которых характерны для граждан России. Это и кражи, и побои, и грозы убийству, и преступления экономической направленности. Наибольшее количество мигрантов приезжает также из Узбекистана, Таджикистана, Армении, Молдовы и других стран. В общей сложности в республике состоят на учете более 6000 иностранных граждан. Главная проблема – низкий уровень знания русского языка, незнание основ истории и культуры России. В связи с этим проводится постоянная работа по адаптации мигрантов, помощи в оформлении документов и мероприятий по предупреждению преступности. Незаконный оборот алкоголя – еще один вопрос повестки дня. По состоянию на 1 октября в республике действуют 650 организаций, которые реализуют продукцию более чем в 3000 объектах торговли и общественного питания. Все они находятся под пристальным вниманием правительства. В рамках внеплановых проверок рассмотрено 450 заявлений. Значит, на 16 организаций из них было отказано в выдаче лицензии и переоформлении лицензии. Кроме того, мы совместно с прокуратурами Чувашской Республики, с межрайонной прокуратурой Чувашской Республики проводим мероприятия. В текущем году тоже проведено 21 мероприятие, в ходе которых были обнаружены нарушения лицензионных требований у 5 организаций. Сегодня наложены административные штрафы. На сегодняшний день в республике работают 11 оптовых складов алкогольной продукции. Контролировать поставки не так просто. Глава республики призвал сократить их количество. Нам нужно, наверное, в республике 3-5 оптовых складов, которые взять надо под контроль буржуйский. Остальные они не нужны. Количество контрафактной продукции в Чувашии значительно сократилось и на сегодня не превышает 20% от общего оборота алкоголя. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.